Ви розумієте, про що дядя каже? Так. Здесь от именно мы подаем электричество. Это бензиновый генератор, который мы подаем нету освещения. Я быстро говорю, может. Не-не. А ну иди, иди сюда. Вы ничего не делали. Сели круг сделали. Вот так вот ставили. Ось так. Это прикрепляем мы до того огнетушителя, который там был, это ГПС. То есть вот его подает, какой подает пену специально. Это обыкновенные огнетушители, да. То есть это углекислотный и порошковый. Ура! Здесь это пожарная, да, колонка, которую мы вот здесь вот на пожарный гидрант, если мы закручиваем, и через нее то есть заправляем машину. Видел, да? Это бензиновая пила, то есть вы уже все видели, да? Ну, папы есть, да, где-то. Не, у меня вообще, он мне папа говорил. Так, я бачу, що є в нас слухняні діти. От зараз Костя попробує... Це спасательний круг, який десь на морі, десь хтось, що там. Я біжу, я біжу. Спасательний шлем. Так, а ну давай. Давай на Сашу. Стоп! Бігіть! Бігіть! Саша! Дети, сюда посмотрели. Подивилися на дядю Гришу. Вот так. Вот так вот. О, молодцы. А ну дайте на меня вот такой. Давай пусти, Саша, оденем. Ну давайте. Так, только разойдите, кто расходится. Серый круг, серый круг. Серый круг. Бегите. Не трогай меня, Полина. Который завязывается, поверю. Поворачивайся. Серый круг. Серый, серый, серый круг, я не вижу. Завязывается, чтобы у меня-то руки сюда. Бачишь? Да. Так, хочу попробовать еще Алексей. Девочки, разошлись, серый, серый круг. Чтобы всем было видно. Дядя Гриша тоже. Так, Алексей сюда повернулся. Вот так, молодец. Это подушка заплывает. Дети, встали вы спиной к машине. Можете на море плавать. Давайте, встали сюда, подожди к машине. Постройтесь, дети.